После знатного буксажа и 2 часов в яме, наконец-таки начинаю путь погулять. Вот дорога, по которой я утром проехал. И сейчас покажу скоро место, где я застрял. Вот это место, где я съехал в кювет задним левым. Вот здесь я выковыривался. Ой, солнце уже высоко. Куча времени потеряно на выкапывание машины из кювета. Но все равно день прекрасный, гуляем, наслаждаемся. Вот снега стало побольше, солиднее. Переключился на лыжи, чтобы не тащить их в рюкзаке. Вон показался красавчик Чим. Ой, не знаю, хорошо видно, нет. Но отсюда смотрится грандиозно. До него еще пилить и пилить. Вот дорога. Вот леди пик. Очень красивый. Замороженный ведь. Не то, что лесной или летом. Круто. Солнце жгет. Жара такая. Под на солнце. Как заходишь в тень, там губак. Вот леди пик. Вот Чим, леди. Я решил не идти в ту сторону, уже время. Решил подняться на вот этот легкий склончик и чуть-чуть скатнуть вот здесь. До дороги, а потом по дороге назад. На сегодня хватит. Ох, какой настик. Солнце жарит. Ветерок прохладный, что хорошо, не дает перегреваться. Фух. Так, снег вроде нормальный.
Все, иду нормально. Спустился до моста на лыжах и переключился на камуса и сейчас камущу назад. Там где-то километр через 2-3 машина.